Каждому казахстанцу, выезжающему за пределы своего постоянного места жительства на срок более одного месяца, следует теперь встать на временный учет в Центре обслуживания населения. В связи с этим в Центре обслуживания населения в Астане стало больше посетителей. Мнения их о новшестве самые разные. Закон еще сырой. Очень много нестыковок, очень много всевозможных, я бы даже сказал, коррупционогенных аспектов. Допустим, никто еще не утвердил, кто будет принимать окончательное решение. Тот же самый участковый, или же суд, или же какая-то, как вот созданный недавно миграционный комитет. Я считаю, что нужно этот закон еще раз проверить на юридическую, так сказать, соответствие. В центрах обслуживания населения временной регистрации граждан занимаются сотрудники миграционной полиции. Некоторые посетители говорят, что им приходится терять много времени. Келгенімізге 3 сағаттай уақыт болды. Бір пропискаға әлі жүрміз тұра алмай. Еш жерде консультант жоқ, біріншіден. Екіншіден ешқайсы мардымдылық. Министерство внутренних дел, между тем, говорят, что процесс регистрации, напротив, стал легче. Это дает возможность получения актуальной информации о месте жительства граждан. Наличие этих сведений в электронной базе данных также освобождает граждан от необходимости сбора и предоставления справок для получения каких-либо государственных услуг. Общественный деятель Уалихан Кайсаров говорит, что при введении этого новшества не учли мнение общественности. Он говорит, что у полиции и так достаточно полномочий для борьбы с экстремизмом и терроризмом. Бақылайтын дейтін болса, мысалы, біздің қауіпсіздық органдарында, мысалы, әртүрлі, мысалы, өздерінің нелер, мүмкіншіліктері бар. Для тех, кто в установленный срок не прошел регистрацию по месту жительства, предусмотрены санкции. Физические лица будут оштрафованы примерно на 22 тысячи тенге, малые предприниматели на 34 тысячи тенге, а представители крупного бизнеса на сумму примерно в 113 тысяч тенге. Уркинжо Эмерген, Иржан Амирханов, Азаттык ТВ.